ребята, она будет сниматься в этом видео. Ева, скажи привет. Привет. Это рысь, в общем. Всем привет-привет, ребята, с вами, как всегда, я Ариша, и вы на канале Аришка, ребят. Да, вы видите мой новый дом, вот, кстати, я купила шопхаус. В общем, Голливуд у меня, если что. В общем, сейчас мы будем смотреть про рыся. Ребят, рысь вышел в Твиттере, на канале в Твиттере Adopt Me, и сейчас мы посмотрим, что будет вообще там. Ну, сначала подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И еще, сейчас я расскажу вам про новую участницу в нашем канале, Ева. Ее зовут Ева, ребята. Она будет сниматься в этом видео, и сейчас она заговорит, если что. Вот, и пришла Ева. Привет. Ева, скажи привет. Привет. В общем, ребят, если что, я не знаю почему, но у Евы и у у Вики голоса почти одинаковые. Я даже, когда мы с Вайбера говорим, там Вика что-то говорит, я говорю, ладно, Ева, сейчас сделаем. И Вика там, это не Ева, это Вика. И все мы смеялись. Это правда. Ева, давай пойдем в Твиттер. Все. Идем в Твиттер. Вот Твиттер, смотрите. Ребят, сейчас мы заходим в страничку. Это моя страничка. Я тут выкладываю мои видео новые, которые я. В общем. Сейчас мы идем в Adopt Me. Ребята, рысь! Смотрите, рысь! Я думаю, не знаю, ребят, рысь будет... Вы все видите, а я вот просто как бы стою в стороне, такая думаю, а что она вообще показывает? Ты посмотришь видео. Ребят, в общем, смотрите, такая рысь, Ева, что ты думаешь, рысь будет камон, легендарный, не знаю. Я должна его увидеть, чтобы потом сказать. Еще, ребят, еще, Adopt Me выкладывала зимний звук. Ну, типа, какой звук будет? Это первый вариант. А это второй. Это второй. А, кстати, давай посмотрим, какой звук. Просто у меня звук выключен. Не, сейчас это... О, боже, какой отвратительный звук. Сейчас, ребят, смотрите, я думаю, что вот это круче, чем первый. Скажи. Смотри, слушай. Ребят, этот рысь очень-очень крутой. Я думаю, он выйдет, не знаю, где-то там. Вот так он выглядит. Ты говоришь, я рысь, я даже не знаю, что это за питомец реально. Это как джинджер, знаешь? Это джинджер цвет гиены. Это цвет гиены, эти два цвета, в общем. И это рысь, в общем. И working on some big fluffy snow cats. Как я понимаю, они будут разными цветами или не знаю, в общем. Смотри, в рекомендациях пишут ребята. Так, cool, мы пишем cool, пишем cool. Все, мы написали cool, давайте. Тут food was sent view. Так, ладно. Может, зайдем покатаемся на коньках? Боже. Ладно, все, ребят, вы посмотрели новый апдейт. Еще вот я опять покажу карту. Смотрите, вот это вот, если кто-то не знает, посмотрите мое видео.
скажите круто. Ладно, давайте пойдем. О, Ева! Что за подарочки? Я включу музыку. И мы пойдем. Нечего было. Я включу. Я подарила кошку. Я включу. О боже. Так, идем кататься. О боже. Что ты с кошкой катаешься? Где? Ну, я вот тебе сейчас поставил такую походку. Это трое сколько, я только удивительно вообще катаюсь. Слушай, в видео я не хочу, чтобы был такой. Может, какое-то яйцо откроем, а? Какое? Может быть, крейкер. Это же не для. Это же ты для того видео не хотела. Я знаю, но может быть в этом видео откроем крейкет эгг. Просто. Да, у меня есть один крейкет, я дам. Сейчас. Давай ты откроешь, а потом ты. А, окей, окей, тогда. А, мне надоело кататься на танках, посмотри. Да. О боже, где ты? Я потемпортировалась к тебе на секунду, а потом. Появился, да я не могу тебя потелепортировать. Я на секунду появляюсь там где-то, а потом сюда. О, все. Постарайся. Смотри, я сейчас тебе поставил поход, посмотри, как я катаюсь. Видишь вообще? Да. Я тебе этот дресс-код походку поставила. Смотри, что я люблю делать. Потом идем, погода еще не бывала, и снова. Здрасте, мы на конце. Ладно, все, я достаю вот легендарного юникорна. Я надеюсь, легендарного. Смотрите, ребят, хотите узнать, как я ухожу из Саника? Смотрите, я иду туда. И прыгаю. На фотку поставила. Вот так вот я делаю все. Это очень круто. Давайте, а давайте попробуем вот великом. На сани упасть. Вот это на санки. А, велик исчез, и санки появились. А где ты вообще? Я попробовала вот так. Ребята, а сколько времени вы играете в аду? Пишите в комментариях. Я вот мало играю, где-то 3 месяца. Ариша, а ты сколько играешь? Ариша. Я где-то 4 года. Может вообще выйти или 3, я не помню даже. Ну, реально, ребят, в Adopt Me, да. Ребят, в общем, я играю с в этого. С не были пэты. Где это, с Safari Egg играю я, в общем. Или. Ну, Safari Egg не был прикольный назад. Как не было? Не, он еще с июля прошлого года. Где-то там. Я вообще не помню, кто, какой эйд там был. Я реально не помню, ребят. Там был... знаешь, я играла в то время, где Adopt Me... Ну, там 2017 года. Да, как получается. В общем, смотри, там было... это не все так не было. Там, не знаю, там и было только одно яйцо... Какое-то, с которым, может, не знаю, что... А ты играл, когда еще не были пэты, а только были... Да, 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 не было, nursery не было такой красивой, дома тоже. И вот, я играла с этого...
Слушай, Крейки Тек уже... Боже... А, у нас... Нет, нет, я не открою это! Почему? Ладно, ладно, это открой. Просто это до последнего вырастили. Ну ладно, ничего. Я потом дам характер на видео. Мы сегодня, точнее не я, другой участницей, а еще хочет снять видео, в котором открывает характер. Если вы смотрели видео, где она открывает кисты, то вы знаете, что она собиралась открывать. Я вот тут новенькая, с Аришей недавно познакомилась, познакомилась с нею. Вот. Стырит. А что там? Слушай, а ты выращивала этого? О боже! Почему в этом аккаунте денег нету, а? Я не играю, ребята. Ты выращивала один из этих 8 крафтов, которые ты купила, или другой? А, Сноукет выпал! Я не увидела, честно. Честно. И сейчас тебе сколько мы же хотим сделать. А, точнее, ты, но просто не важно. Хотела бы сделать смену вообще в этом аккаунте. Ну, точнее, мы все вместе. Я вот скоро даду вам 4-го. Кстати, мы делали в этом аккаунте неонового Сноукета, как я помню, да? И у нас есть уже 4! Круто! Я рада, что Сноукет выпал. Ура! А, да, 4, я уже считала. Сноукета моего. О боже, что мы делаем? Что с нами не так, Ариша? Не знаю. Слушай, мы можем, ну точнее ты, но почему-то говорю мы, потому что сезон очень много мы. Мы можем это купить, и вот этими всеми нашими этой компанией будем пользоваться. Думаешь? И хорошая идея. Я ничего не думаю. Я ничего не думаю. Смотри, это если ты купишь, тут можешь сидеть ты. Например, это твоя подружка, лучше там, не знаю, там, я ее имена еще только учу. Тут вот могут сидеть Вика, София и я, и Алина. Кстати, ладно, давайте закончим это видео. А да, вы просто, я просто сижу в автобусе, вы понимаете? Да мы тут еще смотри, я сижу на дереве. Ладно, все, ребят, если вы хотите вторую часть. Смотри на меня, пожалуйста, я сижу. Если вы хотите вторую часть, как мы с Евой тупим просто, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Пока-пока-пока-пока! Замолчи. Пока! О! Rich talk. Goodbye. Если goodbye, тогда goodbye.